Всем еще раз привет. С вами Наталья Желудко. Я хочу сейчас рассказать вам о четырех критических ошибках предпринимателей при проведении распродаж. Вы пробовали распродажи как способ увеличения выручки магазина или на предприятии? И вот большинство предприятий, большинство магазинов когда-то уже опробовали распродажи и имеют, к сожалению, негативный опыт. На распродажу пришло два человека, которые и так купили бы по прежней цене. В итоге руководители разочаровываются в самих распродажах, как возможном способе получения месячной выручки магазина за два дня, и перестают вообще пользоваться таким способом, как акции для увеличения прибыли своего предприятия. Так вот, есть четыре типовых ошибки, которые совершают большинство предприятий, большинство магазинов, но которые достаточно легко и быстро можно исправить. Первая ошибка. Покупателя не цепляет ваше предложение. На многих магазинах годами висят наклейки о распродажах, но сильный оффер – это продукт хорошего специалиста по рекламным акциям. Вторая ошибка – нет ограничений по сроку действия распродажи, а значит, нет причины бросить все дела и прийти к вам на распродажу именно сейчас. Третья типичная ошибка – о распродаже знает лишь продавец и собственник магазина. Руководитель не пиарит распродажу даже по существующей собственной клиентской базе. Четвертое. Не увеличивают средний чек тем клиентам, кто готов сэкономить на распродаже. То есть не предоставляют им возможность сэкономить в два раза больше, чем обычно. Хотя для этого нужно всего лишь сделать плакат в магазине и скрипт продавцу на кассе для допродажи. В итоге покупают плохо, так как везде избыток предложений и высокая конкуренция. Теперь еще добавился и кризис. Но вот эти четыре ошибки легко и быстро можно исправить, заказав индивидуальный консалтинг по удвоению продаж в вашем магазине. В результате вы научитесь продавать событиями, как делают все сети, ведь большинство продаж – это событийные продажи. Вы научитесь правильно привлекать клиентов на распродажу. И самое главное, вы научитесь делать быстрые деньги в магазине с помощью распродаж, то есть в результате получать месячную выручку магазина за два дня. И только два рабочих дня действует мое специальное предложение. Сегодня у нас 27 декабря, до Нового года осталось всего два дня, успейте воспользоваться. Всем хороших распродаж, хороших акций, новогодних праздников и всех благ в новом 2015 году. Пока-пока, с вами была Наталья Желудко.